чуть-чуть притихну. Музычка тоже. Ну и побежали атлеты. Очень уверенно начал спортсмен с желтой майки. Видно, что он держит форму, тренируется. И есть ощущение, что вполне способен навязать он по секундам, по крайней мере, борьбу с сегодняшним лидером. Наверное, все же лучше мне представлять, потому что это люди как бы из моего студенчества и аспирантства. Сергей Буров, выпускник экономического факультета МГУ, кандидат мастера спорта на дистанции 400 метров. А сейчас, если кому-то хочется подготовиться на кинорежиссера, готовить собственные фильмы, это, конечно же, к нему. Второй бежит у нас Олег Качанов, но большой-большой человек из 90-х. Именно тогда, и он передает тоже кандидату мастера спорта Ирине Ягману, мне пора бежать. Так, ну что ж, борьба продолжается. И люди из моего студенческого аспирантства, Алена Козлова, когда я был студентом аспирантом, она была маленькой. Но потом при нас росла и выросла до неплохой бегуни, еще более хорошей метрополистки. И сейчас она выходит на финишные 100 метров, преследовательница тоже уже заходит на вираж, ну а команда, представленная по большей части юными атлетами, тоже в отличном темпе, сейчас пытается настигать соперниц. Опаздывает на передачу эстафеты Сергей Александрович. С самоката он спрыгивает, принимает палочку, как же красиво все произошло. И пускается в погоню за конкурентом. Но команда запаски приближается к передаче с этапа второго на третий. Евгений Денисов, уже один из основателей фестиваля «Королевы спорта», получает палочку и устремляется на этап. Андрей Бесалов, когда этот парень бегал из 40, сейчас, я думаю, 45 он точно разменяет, а то и лучше. И финишировал Андрей Бесалов, ну а Шарагин Сергей Александрович выходит на финишную прямую. Ровный темп. И, ну, наверное, да, секунд 20 будет разница между этими командами. Ну а Евгений Денисов, смотрите, тоже уже на финишной прямой. Пытается настигать он соперника, скорее всего, не хватит считанных метров, но навязать борьбу, конечно, эта команда сумела, получился интересный, не совсем ровный, но динамичный и захватывающий забег.